Всем привет! Мама пришла? Нет. А, я думала, мама пришла. Как мама разговаривает? А, да? Да. После каких гулянок? Я вчера не гуливанила. Мы вчера... Наташе привет передаю. Мы вчера просто с подругами встретились, покурили кальян и разъехались по домам. Все. Домовский рядом. Я дома. Как песик. Слушайте, ну сказали, что нужно вести его на рентген. Что всех нужно вести на рентген. Его нужно вести на рентген, смотреть, что у него, соответственно, здесь происходит. Ярославе, привет. Куда? Смотрю, что делать. Я не знаю, где Денис. Да, я курю только кальян, и то я кальян курю очень редко. Я не любитель кальянов. Папа любитель. Спасибо. А меня хорошо видно? А то я тут как-то вроде в темноте, нет, сижу. Просто наблюдает. Где Денис? Где Денис? Я откуда знаю, мы не вместе. Что вы меня спрашиваете, где Денис? У него спросите. Где он и с кем он? Жигулевск, привет. У вас оттуда пиво пошло, Жигулевское? Ребит немного. Нет, совершенно не жалею, что ушла с Дом 2. Вообще не жалею. Я очень красивая, спасибо. Я вообще не накрашенная. Вот. Я вообще редко люблю сейчас краситься, потому что, ну, как-то, не знаю, без косметики лучше. Тем более зимой. Ну, сейчас уже скоро зима, у нас там снега. Хочу, чтобы 1 числа все за меня держали кулачки, потому что будет кастинг на ТНТ-песни. Слушайте, ну каждому человеку, у каждого человека есть свой вкус и типаж, да, на людей. Мне может нравиться, да, например, какой-то молодой человек, а кому-то не нравится. Поэтому то, что я кому-то нравлюсь и кому-то не нравлюсь, ну, это сугубо ваши вкусовые качества. Когда эфир песен, ребятки, я не знаю, когда будет эфир, потому что сейчас будет кастинг. Сейчас будет кастинг. Где наши друзья? Вообще не в курсе. Нет, вот, кстати, я смотрела, она где-то отдыхает. Она все рубит на том, что якобы она беременная. Ну, пусть так. Пусть еще поржут над ней. Вот так вот. Конечно, расскажу. Куда я денусь? Где Андрей Штрих? Не знаю. Я сейчас просто пока в Красноярске и в Москве я буду только... Я буду только в воскресенье утром. Я сейчас вообще абстрагировалась от всех, почти ни с кем не общаюсь. Ну, только вот с близкими подругами. И все. Как-то даже, не знаю, не видится, не хочется ничего. Мне кажется, я просто перестраивается мозг мой. Вот, под что-то.
что не хочу ни с кем общаться, вообще никуда даже не выходить, вообще ничего не хочу, не хочется. Меня девчонки все затаскивают, зовут, а я как-то это, ну, так, иду. Через силу эмоциональную. У меня есть сестренка, да, которой я отдаю свои вещи, которые я не ношу. С кем дружу, прям дружу. Но у меня друзья только мои подруги. А общаюсь, ну, много с кем общаюсь. Да, 1 ноября будет кастинг. Да, я отправлюсь на кастинг шоу песни. Попробую показать свое творчество. Посмотрим, оценят, не оценят. Вообще, как, что. Привет моей сестре. Все получится. Это как настроишься. Да, как настроишься. Главное не волноваться, потому что сразу, если от волнения, да, от переживания, забивается все. И дыхание сбивается, и сбивается эмоциональный настрой, и подача, и все совершенно. У нас 5 часов вечера. Конечно, ну, я сама, да, пишу песни. Спасибо большое. В общем, здесь, в Красноярске, нахожусь последние денечки. И вот в воскресенье у меня уже самолет. Вот, в воскресенье утром уже буду в Москве. Ну, такой актрисы я, наверное, даже в сериалах не видела, если честно. Это просто, честно. Я не знаю, что человеку нужно в этой жизни, но мне кажется, но она всю жизнь будет одинока. Вот, она будет всю жизнь свою одинока, без детей, без семьи. Если она не прекратит вот сейчас заниматься вот такой ерундой, то я не знаю, что ее ждет в будущем. Да, будет в Москве кастинг с 1 по 6, по-моему, число, или по 4, я вот там уже не помню. Ну, в общем, мне 1 числа. Делишки отлично. На доме? Не по сценарию. Одна в плане чего? В плане отношений? Да, я одна. И пока точно отношений никаких не хочу. Какие планы на сегодня? А на сегодня у меня планы сходить в фирму. Да, мы уже там сняли столик с подружкой. А мы сходим в фирму, посидим и домой поедем. Очень большой. Блин, черт возьми. Капец. Нужно, наверное, да, сделать операцию, обрезать его 100%. Ребятки, вы что, с ума сошли? Просто не могу. Такие все красотки сидят. Вот меня больше, знаете, что вымораживает? Когда какой-то человек мне пишет, что у меня там фотографии развратные есть, да, что там у меня что-то с внешностью не так. Как бы вы посмотрите за собой, последите. Во-первых, у вас
фотографий в принципе в профиле нету. То есть, ну, значит, там вообще страх Божий. Я не знаю, по какой причине вы не выкладываете фотографии в профиль, просто тупо мониторить за всеми. Ну, как бы, неинтересно. Ампакан, привет. Очень красивая пара с Денисом была. Можно подчеркнуть слово «была»? Мало ли, да, сейчас вот пойду. И как бы, если ты мне скинешь на карту денег, то с удовольствием я пойду себе сделаю операцию, если ты так хочешь. Таблетка вам. Мне? Тебе. А водичка? А ты что пришел? Котенок мой. Ой, кто это? Да это моя таблетка. В планету? Ну, наверное, а что мне там делать? Вещи покупать? Я не намерялась сюда приезжать, чтобы покупать вещи. Да, это моя собака. Я покупаю вещи в шоурумах. Что природа дала, да, то и носим, точно. Собакен! Собакен! А что ты резиночку снял? Ты чего такой лохматый? Вот так вот всю дорогу он лежит со мной. Арчибальд. Арчик. Ну, сейчас встать бы. Фу, таблетка невкусная. Да? Нет. Мама мне ее втюхала. Что? Я тоже Ай. Так, почему расстались? Ну, не рассказываю я насчет своей личной жизни ничего, простите уж. Вот такая я падла вонючая. А Даша, друзьяк, я не знаю, была ли она ей подругой, или это просто Даша так к ней подкатила. Какие мои идеальные отношения? А какие мои идеальные отношения? Ну, я хочу чувствовать любимой себя. Вот. Я хочу, чтобы человек, не знаю, был романтичным в отношениях, чтобы делал какие-то неожиданные там сюрпризы для меня. Я романтик сама по себе. Так, читаю просто. Я... Ревнивая или нет? Слушайте, ну... Как сказать, ревнивая или нет? Ну, был, например, один момент, когда человек выставил у себя в сторис подтяжки, да, там, с жопой другой, ну, картинку. Ну, то есть, мне это не понравилось. То есть, это ненормально. Конечно же, я сказала, чтобы удалил, но на что мне поступило, знаете, ответ очень-очень шокирующий меня. То, что это мой инстаграм, и что я хочу, то и выкладываю. Думаю, ну, пожалуйста, выкладывай, но без меня. Я, конечно... А мне уже, кстати, все писали, да, про этот зуб в крови. Я буду петь свою песню. Да, я в Зеленогорске. Яна, ты можешь его переставить на тот, на ту сторону? А то у меня весь свет загородило. Ну да, хотя бы так. Как сказать парню, что нам нужно расстаться? Ты тут подходишь и говоришь, нам нужно с тобой расстаться. Только перед тем, как ты это скажешь, все равно пойми для себя причину и попытайся объяснить человеку. Это моя дочка. Ой, не могу. Мам, передай привет. Я в прямом. Куда смотреть?
Да куда я тебя снимаю? А, да? Да. Привет, всем. Всех люблю, целую. Скажи, мой Герик. Цветочки я поливаю. Цветочки мама поливает. Некому целый день полить. Ой! Она в телефоне весь день сидит. Я не весь день, я вообще-то в больнице была. Ну, еще спишь, помни. Конечно. Какая мама красивая? Вообще. Конечно, красивая я. Видно меня тут? Наверное. Вот они мои все. Вся семья в сборе. Почти вся семья. Почти. Ой, золото мартин. Мама молодая такая? Так, конечно, мама меня родила в 16. Да, конечно. Не верьте, не в 16, шучу, как положено. Шучу, шучу, в 20 мама родила меня. Денис Давыдов отдыхает уже давно. Ой, не смешите меня. Мой папа во Владивостоке. Говорят, на маму похоже, слышь, мам? Конечно, на кого еще? Слушайте, у меня было так до, наверное... Короче, я помню, в лагерь ездила. Так нравился мальчик, так нравился мальчик. Значит, он начинал встречаться с девочкой. Я отбила у девочки этого мальчика. А потом мы с ним начали, как бы, ну, общаться. И он мне надоел. И я ему сказала, что я не хочу с тобой больше общаться. Ну, бывает, да, такое, когда мужики надоедают. У меня такого, кстати, давно не было. Я даже боялась, что у меня может это повториться, ну, вот там... В таком вот возрасте. Как-то что-то не знаю. Напали. Все как на подбор. Подбор! Так вот, мне игрушки живут. Да это сестра моя. Ну что? Я бабушка. Какая, это бабушка моя. Какая дочка. Мне 23 года. Вы что, смеетесь? Какие дети еще? Еще какие дети? Я еще сама ребенок. Покинула проект. Ну, два, естественный отбор. Ну, я сама ушла, да. Зачем в больницу ездила? Потому что сегодня ночью у меня под ребром зажала мышцу. И, короче, межреберная невралгия. И, короче, меня отправили на рентген, мне сделали. Такое ощущение, знаете, как будто просто... Я не знаю, там какой-то воздух скопился или что. И вот у меня прям спазмами так, ну, было жестко. Вот, но сейчас полегче, получше. Но ночью вообще спать не могла даже. А насчет рекламы все обратитесь, пожалуйста, в директ. Пока не время отношений. Слушайте, ну, у меня вот всегда так. Когда я сижу и думаю, капец, как я хочу себе рядом мужчину, чтобы он уберегал меня, чтобы он меня поддерживал, чтобы вот чувствовать мужское плечо. Никогда нету. Никогда нету. Как только я начинаю работать, как только я забиваю на все, все сразу появляются. Сразу начинают писать, когда мне это не нужно совершенно. Ну, как бы, что сейчас происходит? Может, просто все узнали, как бы, все равно, что я одна, что я с Денисом рассталась, поэтому, наверное, все пишут. Но суть в том, что даже если у меня будут какие-то отношения, ну, действительно, я хочу, чтобы человек как-то, ну, доказал то, что я ему правда нужна. А то у нас сейчас какие-то парни вот реально пошли непонятные. Ценностей вообще у них нету. Вот вообще совершенно ценностей нету в жизни. Раньше как? Мы шли на свидание, парень всегда дарил цветы. Там, и тогда сейчас ты идешь на свидание, парень тебя куда-то пригласил, в какой-нибудь ресторан, посидели мило, пообщались, он тебя там довез домой, и все прекрасно. То есть, а где цветы, где, я не знаю, вот как-то это все так, не знаю, как-то это все так обесценилось на самом деле. Это моя сестра. Алтайский край, привет. Потому что, знаете, нет, вот
Вот, нет, правда, я не шучу. Если у меня будут следующие мои какие-то отношения, вот пока я в творчестве. Сейчас пока, во-первых, даже нету такого человека, чтобы у меня все перекрыло внутри, то, что у меня сейчас есть, ну, пустоту вот эту закрыло. Но если у меня какой-то будет на горизонте молодой человек, знаете, что он добивался меня долго. Правильно. Кукузики. Мамочка, вы там поддерживаете. Поддерживай, да, мамочка? Вот после моих вот этих отношений я поняла, что, во-первых, нужно всегда себя любить. А мужчина должен занимать одну четвертую, да, одну вообще треть твоего времени, твоей жизни. Ты не должна крутиться возле мужика постоянно. Ты не должна доказывать свою любовь никому, потому что... Настя Болинская тебе привет передает! Потому что мужчина сам должен чувствовать это. Тебе, Настюшка, тоже привет от мамы. Как там она? Настюша, ты как там? Мама спрашивает. Привет, Настюша. Хорошая девочка, Настя. Хорошая девочка, Настя. Когда Настя хорошая девочка? Красивая красотка, Настя. Когда приедет в Москву уже Настя? А что такое? А где Настя? Пишет там. Она не в Москве? Ну, она там у себя. В Гродно. Карабанова. Привет, Ноне Щукиной передай. А что мне передать? Я могу ей позвонить. Ай. Мам, хочет махать. Кто там еще у тебя есть из знакомых? Все крашу, Настя говорит. Новосибирск, привет. Настя пишет, вы, говорит, все крашу и крашу. Спасибо, Настюшка. Бэйба, ты когда в Москву прилетишь? То есть к нам приезжает. Краснодар, Сибирь. Привет. Сибирь? Сибирь? Да. Ну это только мы, когда там в Москву приедет, потом мы, может, в гости приедем. Да, на Новый год приезжайте к нам, Настя. Приезжайте, говорит, в Беларусь в гости. Тоже зовут. А, кстати, у нас там родственники, мы разговаривали с мамой, с Настиной. В Беларуси? Да. И причем мама Настина сказала, когда бабушка сидела на шоу, сказала, что очень похожа на кого-то из их родственников, наша бабушка. И они живут в одном городе. Может, вы... Настя, может, ты родственница моя? Возможно. Бывает. А Настя? Вот мама ее сказала, что бабушка наша на кого-то похожа очень сильно из их родственников. Очень сильно. А у бабушки какая фамилия? И Настина мама спросила бабушку, а с какого города у вас, где родственники? Бабушка прям тот город назвала, где вот у них живут родственники. Так что возможно. А у бабушки какая фамилия девичья? Токарева. Токарева. Точно. Мне же на праздниках написано. Токарева. Это... Прикинь, Настя, мы с тобой реально родственницы. Ха! Вот пусть мама спросит. Спроси у мамы, кстати, насчет бабушки, то, что... Что она похожа сильно-сильно, прям лицом, говорит, вообще прям сильно-сильно похожа на их родственников, бабушка наша. А что, бабушка жила как-то там? Да, у бабушки дед оттуда, да, отец ее. Сколько тебе лет? Сколько тебе годиков? Покажи на пальчиках. У меня пальцев не хватит. Сколько тебе годиков? Сколько? Один. 10. 11 тебе? Нет, 2. 1. Да, да. По-моему, да, 11, наверное. 11? А маме сколько годиков? Покажи. Много. Покажи на пальчиках. Мама, все пальчики собрать не хватит. Ваши, если только еще пересчитать. Мама выглядит моего возраста. А мы, как знаете, в фильме «Бенджамин Баттон». Да, в обратную сторону все. Еще бабулю мы не видели, там вообще как будто 18. Мама! Мама сегодня цвет настроения черный.
Да, я сработала. Люди в черном. А что ты мне за таблетку дала? Обезболивающее? Да. Давай, салатик вам делать вкусно, девочки. Ну, давай. Я, кстати, а поела что? Уже гречу, поэтому я уже... До свидания всех, люблю, поела целую, ты. Настя, пока. Поела ты, а малую посуду я, лучше меня набили. Нет, мы не встречаемся с Денисом. Сколько время в Красноярске? Уже, наверное, сколько? Уже неделю. Недельку буду. Уже хочу скорее в Москву. Знаете, я хочу в зал. Да не беременная Настя. Чтобы прицепились. Цвет настроения черный. На губах помада, цвет ликерный. Кстати, эта песня везде, во всех рекламах. Это трэш. Как не включишь какой-нибудь магазин, какая-нибудь там для горла фигнюшка. О, Лёлечка зашла. У нас сколько? У нас 5 часов вечера. Наверное, уже мама. 15 минут шестого. Мне 23 года. Чукчи, и чё мы чукчи? Сейчас. 18:13. Че? Чё? Так, Ульян, ну давай не это, не дави меня, пожалуйста. Не давлю тебя. Спасибо. Что не говорила? Новый год, не знаю, честно. Пока еще не знаю, где я буду встречать. С нами. Ульяна, тебе от Ленки привет. Привет. Еще пока не буду, ой, не буду, еще не знаю, где я буду встречать Новый год. Что это? Вдруг не с вами. А вдруг я обижусь. А вдруг не с вами? Нет, знаю. Значит, я обижусь. Мама! Ты чё там? Ты же пошла салат готовить. А где она? Она вон прислала смайлик. В спальне сидит. У меня там интернет ловит. О! Что это там у нас? Блин. Там болтошлика, что кастинг. Ну ладно. Ладно, ребятки, пошла я. В интернете сидеть. В интернете сидеть. А-а-а. Все, с вами вышла, поболтала. Всем привет передала. А Герик? По делам я помотала. Герик, как дела? Да, сестра это моя. Все, стихотворение закончила. Всех люблю, всех целую.